Всем привет, привет. О, взял батарейка. Все, батарейка. Сейчас выключится. Так надо было поменять батарейку. О, ёшкин кот, товарищ. Кстати, она фигово заряжается. Фигово заряжается. Да. Она стояла всю ночь на зарядке, я утром встала, а она до сих пор это самое. Ёкарный бабай. Не зарядилась. О, сейчас-то поменяю батарейку. О, заряжена. Все, товарищи, короче, покажем вам, чем мы занимаемся сегодня. Сегодня? Да? Сегодня. Ну, ты же не снимал, пока мы там были на огороде. Да, ну, в принципе, да, да. Огород не снимали. Сейчас только покажем, что мы там наделали. Все. А, два кабачка. Пожалуйста. Тыквы. Ну, вы видите, тыквы. Они растут вон и сразу вон такие. Да, остались. Да, и вянут, видите, вон. Как бы. Зато утром так красиво все цветет. Да, да, такие пышные цветочки, да. Короче. Вон, целая куча этих самых. Мелких, да? Да. Может, поливать их надо было? Да не, не, это бесполезно. Они же, видишь, как огурцы. Вроде как силу набирают и... И вот, все, да? Как свалялось. На носе, ну, соломы, зарывалась там. Угу. Настя там... Ой, там она там себе такое лежбище нарыла. Ну все, она же теперь сама хозяйка, ё-моё. Ну да, теперь же никто не нарушит ее покой. Угу. Кроме угу. нас. Выдернул вон эту штучку, да? Вы да, сегодня да. утром показывала огород. А, ну вот, товарищи, все. Огород чистый. Вот. Красота и порядок. Красота и порядок. Вот эту что-то я не собрал, вот эту штуку, короче. Да ничего страшного, это собрать ерунда. Да. А так вот все, там докопал, вон там вот дырза оставалась возле этих самых, и там вот чуть-чуть мы вчера оставили. А я показываю. Не успели, да, то, короче, сегодня уже позавчера. Все докопал. Вчера вот. Мы не были на огороде. А, позавчера. То позавчера был. Блин, я уже запутался, ё-моё. Вот, все, все повывозил, как видите, с огорода, да выкопал вот эту хрень, вот, деревянную, вот, все, а, вот это, да, все пучком, все красиво. Готово для вспашки. Да, да, в этом году, короче, будем спахивать и будем спахивать хорошим. Если мы договоримся с соседом, потому что Коля сегодня туда ходил, смотрел, он именно оставил свой клочок именно там, где в заезд. Да, короче. И короче, там сверху мусором накидал сбоку, что оно трактор, он трактор-то проедет, у него там такие колеса, что он все помнет. Но нужно идти с ним договариваться, потому что понятно, что это. Что-то он оставил там кукурузу как специально, знаете, чтобы вот типа не... забор, чтобы не заезжали. Да, потому что они гавкались с вот этими соседями рядом. И возможно из-за этого он, короче, назло, как сказать. Он там был траншею вырыл одно время, помнишь? Да, прямо да, прям перекопал такую, чтобы яма была. Прям. Ну, короче, копать. Ох. А нам только туда можно проехать. У нас через двор, ну, у не нас рассчитано. Труба. Во-первых, труба. Не даст высоте трактора, кабина да. высокая. А маленький трактор нас не устраивает. Он сильно у него мелкое, мелко вспахивает. Да. Он слабенький. И дело в том, что я уже поняла, когда он спушает нам, он спушает только вверх. А под низом земля как была забитая, так и остается. Да. То все до одного места. И вот это вспушивание тоже нам не надо. Не, не надо. Я хочу, чтобы он нам проорал нормальный трактор, а потом, чтобы по той бараночке, как она называется, вот такая. Но он не будет тянуть всю эту кучу. Это ж отдельно уже. То нам вручную чик-дик-дик-дик-дик-дик. Да не, ну то потом можно его заказать на весну. Весной. И он загрябывает. Да не пустят тебе сюда весной никто. Ну, посмотрим, хоть бы сейчас короче. У него договориться, чтобы проехал трактор. Посмотрим. Потому что вы же видите, что творится. Вот и перебивалка, то в пух, это фигня собачья вообще. Не годится она. Угу. А этот пух, он сначала пух, а потом, короче, это все забивается и все. Оно, нет, пух просто опускается, а под низом земля как была забита, так и было. А он просто верхний вот такой кусок, вот такой вот где-то, ну, он да. его распушивает, и получается вот так вот прямо. Вот такая земля пушистая. А потом она вот это осаживается, и вот на таком расстоянии там не вкопнешься вообще. Да. Сажаешь в пух, получается, а корням некуда деваться. Короче, ребята. Да. Задача такова. Пока не село солнце, как видите. Вот, видите, у нас еще здесь осталась вот дыреза. Мы ее хотим выкопать. Вот. Вот здесь вот. А смотри, так сказать. Сами не пошли, заразы. Угу. Потому что знают, что я сейчас буду за садочки. Да потому что да, вчера тут я застал, блин, кабана. Там вот. Беспредельничать. Беспредельничать, да. Короче, вот, выкапываем эту дырезу и буду нам счастье. Да. Дай бог, чтоб, если что, может, встретим где-нибудь деревцо, то какое-нибудь деревцо садим сюда, да? Угу, а это. Вчера груши пособирала, поганки вынесли в нашу яму, как она называется. Все время забываю. Ну, эту яму, короче.
Яму, которая у нас куча. Да. Вот. А эти оставила, это потихоньку свинке давать. Да. Сложила. Осыпается непонятно. Груша, но ее собирать нельзя, она еще твердая. Она прямо такая вот, она именно как первый мороза ударяют такие добротные. Вот тогда она уже хорошая. Ну, хорошая груша, хорошая. Сейчас, короче, посмотрите, здесь порядок наведем. Вот там выскубим. Ну да, да. Вот. И будет, блин, будет красивый вид с окна, правильно? Да. А потом листики только останется погребать. И будет все красиво. Ну что, вперед из песни. Да. Бери лопату, где она вообще? Ребята, вон, смотрите, вот какая ваша годжа. Вот это вот, пожалуйста, это дереза. Вот тут вот здесь она маленькая такая росла, буквально две вон этих вот. Смотрите, копнули раз, 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 и еще не все. Еще не докопали? Да. Если он сейчас не перерубит. О, пожалуйста. А вот и вторая. А вот и вторая. Вот видите, как она под землей. Здесь на, около метра. Показываю, я буду показывать. Давай. Вот, под землей она вот так вот корнями разрастается. То есть вот ростик, потом через некоторое время вот ростик. И вот от, если даже вы здесь и здесь перерубите, от вот этого места. Да. Вот оставите вот так вот один кончик, кусочек, вот так маленький кусочек оставите, и с него тоже пойдет. Поставите кусочек палки свежей и ее присыпите землей. Тоже пойдет. Это просто пипец. Кому нужна годжа? Это не годжа, товарищи. Это паразит. Это паразит на ужасный огороде. Ужасный паразит на огороде. Это... Японцы чи китайцы разводят? Китайцы вроде, да. Вот, мне кажется, давайте оттуда пошло. Скажем им спасибо, ага. За такую чудесную годжу. Капец, вот, пожалуйста. Угу. Это же ужасная штука. Она, во-первых, колючая. Ужас, какая колючая. Она забивает любое растение под землей. Во-вторых, да, она забивает что под землей, что сверху. Вот этими своими пышными этими. Она просто все закрывает и все. То, что закрывает тень, это все ерунда. Ее корни настолько мощные, они так все пробивают, что, блин, надо воды попить. Что это самое, что даже деревья, оно просто уничтожает. Если не, оно... самые большие корни и самое ядреное у пырея. Нет, пырей пробивает корни, все, что хочешь, пробивает. Это то же самое, подсоединяется и высасывает сок. Это раз, а во-вторых, я же говорю, кто-то писал мне, что вот эти вот бубочки годжи, ну типа семена, вот эти красные, у нас вот там вот их было, да хренища, мы их все в кручу нафиг повыбрасывали. Кстати, кому может семена годжи надо? Мы пойдем соберем, пока не поздно, там у нас дофига. С одной стороны, какие-то с них делают лекарства, с другой стороны, они ядовитые. Если их неправильно употребить, неправильно сделать настойку, можно круто отравиться. Обязательно почитайте это. Называют еще как волчья ягода. По-нашенски это называется волчья ягода. Кому интересно, вы наберите волчья ягода, там будет написано, что по-китайски, типа по-японски, по какому-то это типа годжа, из нее типа делают там какие-то настойки. Кстати, у нас цветочки вот эти, что я вам показывала, там где Жорик захоронен, ну там вот у нас, угу. Такие красивые, как петушки были. И еще спорили, как оно называется, и что это за цветок, я не могла найти. Потом, конечно, я нашла, сакирки у нас называются по-нашему, сакирки. Вот этот цветочек очень красивый, очень красивый. Но
Он ядовитый. Если его ребенок начнет обрывать и кушать, это очень чревато последствиями. Поэтому, когда сажаете... Много, кстати, деревьев вот этих красивых. Ты видел, что у Стаса возле дома такое дерево с такими колокольчиками? Типа куст, но такие красивые красные колокольчики на кусту. Не, не заметил. Не обратил внимания. Тоже оно опасное. Поэтому, прежде чем вы засаживаете сад чем-то, вы обязательно читайте и хорошие стороны, и плохие. Потому что те, кто, конечно, за хорошие стороны, будет писать только хорошее. Вот, но найдите обязательно и его минусы, то есть отрицательные моменты. Потому что, особенно если в этом, во дворе есть дети, ну, там вы бабушка, например, или вы мама, или там сестренка маленькая, или еще кто-то. Ну, короче, обязательно прочтите, потому что маленькие дети все абсолютно тянут в рот. Особенно то, что яркое, то, что красивое. Так что так. Или животное. Маленькие животные, если вы заводите собачку или еще что-то, тоже не соображает, может хапануть и отравиться. Так что так. Все. Все, сказала. Все. Так что кому годжа нужна, звоните. Мы вам накопаем, блин, кучу. Да. Кому нужна такая зараза? Да. Опачки. Все, поехали дальше. Поехали дальше. Что это, но это стрёмненькое фото. Это что-то живое. Я же говорю, что это очень стрёмненькое. И пузатое. Это как какой-то паук, только он зеленый. Оба, сейчас попробуем вот так вот, ребята, вам показать. Сами в шоке, короче. Слушай, так а что оно? Это типа паук. Ты видел, это паук? Это паук, да, и он как-то настроен агрессивно. Надеюсь, не прыгает? Да. Офигеть! Фу, не зря. Какой он пузатый! Слушай, ну это, я так подозреваю, что он неплохой, если он зелененький такой яркий. Угу. Может, он просто живет в травичке, ну, и прикинь, ест... он ядовитый ужасно. Фу, текай! Убирай морду! Взял, убери морду! Думает, что вы там рассматриваете? Чеку отсюда! Нельзя! Все, подожди, я потерял его. Ага, нашел. Ой, все, смотри, он кого съел! Слушай, он тут паутины наделал целую кучу. Так смотри, кого он съел. Осу съел. Не, он плохой. Я тебе скажу. Он здесь все, во-первых, запаутинил, во-вторых, осу съел. А оса это хорошо. Она же оплодотворяла, ой, опыляла. А что, он такой пузатый? Мне кажется, он разродиться собирается. Угу. Я думаю, надо его уничтожить. А вдруг он согласна? Какой-то червонокнижный? Там его в баню, блин, червонокнижный. Ну, смотри, он не прыгает. Не надо никаких книжных. Ни червоных, ни это самое. Ни в баню. О, давай на бетон я его расшмакаю. Не надо расшмакивать на камеру. Хорошо, я не на камеру, а камеру в сторону. Подожди. О, слушай, это не клещ какой-нибудь? Он так на клеща какого-то похож. На здоровенного, да? Да фу, нельзя. Да, он типа как вот эти клещи здоровенные. Точно, блин. На паука он не очень похож, а вот на клеща он очень, да? Похож. Только очень большой клещ. Как вам, ребята, макросъемка? Хорошо, подожди, клещ. Ну, клещ же паутину не плетет, мне кажется. Ну да. Значит, это паук все-таки. Да нет, это стрёмный паук. Смотри, у него красные полоски. Это означает, что он опасный. Все. Красные полоски – это опасный? Да. Короче, ребята, о чем мы, короче, тут ходили? Вот. О, все, убежал паук. Убежал паук. Мы ему помогли убежать. Короче, ребята, пауков я ненавижу. Страх. Просто как ненавижу пауков. Я тоже не люблю пауков. Фуром, Ева, уйди, не нюхай, то там все. Нема, все, там, иди сюда. Пошли. Короче, это самое. Стоим же, копаем, ковыряем. Увидели, что камера раз это, батарея. Не батарея.
Память закончилась. Вот, и Рэм прибегает, и прямо радуется, радуется. Он такой обычно прибегает, радуется, когда я там, например, говорю, позови папу, там, и он бежит к Коле, и Коля понимает, что я его зову. И приходит. А це мы ж вдвоем, кто нас может позвать? Вот я говорю, слушай, наверное, телефон звонит. Ой. Точно, Коля побежал, телефон звонит, Стасик звонит. Вернее, Надежда звонит, Стаса. Коль, а ты сильно занят? Что такое? А можешь нам еще и сегодня помочь? Потому что, говорит, пакеты. Вот. Так, а кто тут дела наделал? Много пакетов. Кто, я спрашиваю, тут дела наделал? Вон, видите, как текают, бегом. Я вас спрашиваю, кто тут дела наделал, а? Вон, козлы такие. Кучки тихонько себе понаделывали в этом самом. Вон, видите, почти всю дерезу выкопали. Вот она, смотрите, сколько год же, ё-моё. Так вот, говорит, у нас, оказывается, пакеты, куча пакетов, говорится, я буду на третий этаж тягать их до этих, до сибирских веников. А машину ж не будешь каждый раз открывать, закрывать. А если Надежда не будет помогать, то тем более получается, что это самое, что... Кто-то ж на улице был. Ну да, чтобы кто-то на улице был, чтобы смотрел за машиной, чтобы никто в это время не залез. Поэтому сейчас мы докапываем дерезу и едем в город. О, точно, и заодно морковку заедем купим. Что, закончилось? Да. Я вчера, сегодня последние две на собачий кошачий бульон использовала. Заедем, заодно морковку купим. Так что так. Сейчас, кстати, вечером жарко прямо, да? Ну не то, что прям жарко, но тепло. Приятно, да? Угу. Прям тепло. Спокойно, ветра нету, красота, прям так тепленько, хорошо. Прям аж, знаете, вот как только хочется работать, представь, обязательно кто-то наломает, да? Так, все, ребятули, давайте я буду ставить камеру и будем продолжать с Николаем копать, потому что ехать надо будет. Ну, в принципе, моя трасса закончилась. Чего закончилась? Смотри, еще с этой стороны дерезы куча. Так. Так. Вот так так. О! Наверное, так будет видно. Да ё-моё. Никак не могу установить камеру. Ты посмотри-ка, посмотри-ка. Посмотри-ка, посмотри-ка. Ничего не видно. Коль, что-то я какая-то безлапая. Да что у меня не получается? Что такое? Что за подвох? А что туда-то? Мы же идем сюда сейчас копать, нет? Короче, это самое. Что я хотела сказать? А что я хотела сказать? Не знаю. А, из-за мешки хотела рассказать, я забыла. Ну, ну тоже, ну тоже. Сейчас, давай у нас еще тут. По просторам, и, конечно, напевать лучше хором. Раз кузнечик, два кузнечик, будет песенка. Все. Не знаю. Я думаю, так, что-то там раз, два, будет песенка, раз, то-то, будет песенка. Что там будет, я не знаю. Опа. Опа. Гуля, до свидули. Катя, подожди, может быть, давай пока я туда, потому что мы все под этим погнала. Убери ее, сейчас выкопаем, а потом... Ну, а это что? Не знаю. Убери, сейчас мы ее потом положим.
слышу, товарищи? Вот так вот. Вот здесь вот кучка получилась у нас. Вот. Вот здесь кучка получилась. Короче, небольшая. Ну и здесь большая кучка. Вот. И еще зайка вон что-то мелочь собирает. Уже еле видно, блин. Что хотела рассказать? Да лишки. Вот недавно вычитала. Я ж возмущалась. Вот качество говно, типа, наделали и все остальное. Ой. Типа мешки стали плохие и все остальное. Вон, видите? Рассыпаются мешки. На самом деле, прочитала я в этом, видите? Ничего страшного. Ну зачем? Лучше собрать. На самом деле, короче, это биомешки сейчас делают. То есть у той крепости, что вы раньше, это вы сейчас не найдете. Потому что мешки предназначены для одноразового использования. Особенно вот эти, которые присылают там, допустим, в пиццерию с мукой, с сахаром. То есть заводы обязали, типа такого что-то, покупать именно биомешки, чтобы эти мешки разлагались, короче. Да, то есть, которые будут на экспорт, то там более плотные мешки и все остальное. Те, что на здесь вот крутятся, в Украине, то, значит, мешки должны быть именно вот такие вот био, чтобы они, в принципе, в содействии с воздухом, с солнцем, с холодом, просто рассыпались. То есть они не загрязняли, как бы, да, окружающих. Так они забыли и используют эту технологию для палаток. Да, они для всего решили. Чтобы один год прошел и рассыпались, короче, да. Люди новые покупали. Чтобы люди новую палатку покупали. Да, ну все, биопалатка, год попользовался, до свидос, короче. Так что так. Вот это в Инстаграме вычитала про вот эти вот мешки. Вот, о том, что это, оказывается, типа специально так сделано. Не то, что качество страдает. А специальные, потому что берут часто, особенно в строительных магазинах, вот эти продаются мешки, они крепкие, все. Но если вы их оставите на солнышке или положите в холод, ему будет все. То есть это специально закинули в мешок, вывезли на, куда, да, там вывозится оно, мусор. Вот, на мусорку, да, и на свалку, да. И все. И они там разлагаются вместе с мешками. Да, все. Да. Чтобы типа не загрязняли окружающую среду, потому что пластика и так дофига. Пластик вообще, как известно, больше 100 лет не разлагается, да? Угу. Что-то он там дофигища не разлагается. Вот, конечно, через пластик, время, целлофан. Когда нас уже не будет всех тут на этой земле, то пластик еще останется. Он будет жить. Ну, если мы так будем загрязнять, то нас тоже скоро не будет. Так я же о чем говорю, что нас уже не будет на этой земле через 300 лет, а пластик останется. Так что такие пироги. Даже железо, вот эти железные банки, они быстрее разлагаются, чем пластик. Короче, чтобы вы понимали. Все, собрали то, что мы собрали. Завтра еще надо будет пройти здесь как-то, более-менее, не знаю, а вообще как бы перекопать. Тут вообще надо перекапывать, конечно. Это, а мы там не докопали дерезу, ё-моё. Ну уже темно, завтра. Ну, все одно сюда прийти надо будет и все убрать и, да, вывозить. И по одному дереву только оставить. Потому что кустарники оставляла, выберем, какие самые такие мощные, пооставляем, может быть, пересадим весной на улицу, да? Угу. А может быть, можно было бы... Ну, сейчас никто их там на улице будет поливать, правильно? Да-да. Весной их пересадим раненько. Вот, я так думаю. Хотя вишни самые первые цветут и все остальное. Вишни вот шишо, надо в этом... Короче, посмотрим. Завтра разберемся. Короче, закидываю в мешок, давай, то. Да, все. Будем собираться ехать к Стасику. Да, меня, да. Меня бабушки любят. Все. Вечер на дворе, как говорится. Вон уже темно, уже первые звездочки пошли. Коля сейчас мусор загрузит в багажничек. Вот, будем ехать с Стасиком. Выкинем, у нас там мусорка есть. Уже не раз показывали. Вон, кошаки, собаки пособирались, кушать уже сбросят. Подождешь. Вон ваш бульон и каша остывает. И каша и бульон остывает. Потому что бульон я с утра сварила, а за кашу вот вылетела с головы совершенно. И она сварилась у нас уже в 2 или в 3 часа, да? Угу. Еще горячеватая. Поэтому так. Не хочешь всем пока сказать? Куда попер? Здравствуйте, мы еще едем. Мы куда попер, бобер? Да нет, я еще буду камеру по ночи тягать. Наша нуна, да-да. Не буду уже. Всем пока, товарищи. Камеру тягать, да. Спасибо, что были с нами. Заходьте еще, да, в гости. Заходьте завтра и послезавтра. Да, не забудьте поставить пальчики вверх. Кто еще не подписался, подписаться к нам на канал. Блин, мне плохо видно, да, наверное, вот так надо сесть. Вот после шапки такое на голове заерзанное. Сейчас покупаемся, покормим собачек сначала, потом покупаемся и быстренько съездим к Стасику, поможем затянуть эти шмотки наверх. Вот, заедем в АТБ, купим морковушку мне. Вот, да и все, в принципе. Все остальное у нас дома есть вроде бы. Сегодня задали вопрос, говорит, вы же вроде свинку забили. Я говорю, а что вы свинину, ничего со свининой не готовите? Честно говоря, не хочется, да, как-то? Да, ну да, уже.
Мы вначале, вот я показала, что мы сделали типа подливку из свиного мяска, из печени там, вот, и все. И как-то, ну, не хочется почему-то, не знаю. Нет такого желания, что прямо вот что-то есть такое прямо. Как-то сейчас еще хочется напитаться, наверное, таким более легким чем-то, наверное, овощами, может быть. Не знаю, честно говоря, не знаю. У нас же все по желанию, у нас же нету такого, что, о, забили свинью, значит, надо там неделю там трескать свинину. Вот, там забили гуску, там, значит, надо обязательно ее сегодня же и пожарить. Не знаю, оно под желание. Вот когда хочется, оно мне лежит там в морозилке. Когда хочется, взяли. Так же самое, как и тушенку. Тоже многие говорят, что у вас закончилась тушенка, почему мы ни разу не видели, что вы ее кушаете? Ну, потому что, не знаю, ну я на море брала с собой тушенку. Готовила я с нее борщ. Вот. Дома мы там, когда вот голодные приехали, дома ничего там нету, например, перекусить, то можем себе открыть баночку, там, допустим, какой-нибудь каши, то даже так с хлебом можем полатать. Я об этом говорила. Не показывала, просто говорила. Не знаю, ребята. Ну, как бы, я, как вам сказать, мы не голодные на мясо, вот так вот. Нет у нас такого, что вот там хочется. Вот чего мне хочется, допустим, это котлет. Вот котлет я из свинины хочу. И надо их... Кстати, Коль, котлетосиков-то хочется, да? А? Котлет-то хочется? Котлет? Ага. Домашний, да. Ага. Вот, этого я хочу. Поэтому я сейчас попрошу Николая, он пойдет, если там фарш еще остался свиной, возьмет кусок фарша. Здесь у меня, по-моему, здесь у меня тоже есть кусок фарша. И сделаю котлет. Вот этого я хочу, действительно. А так, чтобы мясо прямо там лопать или еще что-то. Ну, разве что стушить с картофанычем. Давно мы такое не ели. Не знаю. Ну, как-то что-то не это самое. Подали идею. Теперь что-нибудь, может, и приготовлю. Посмотрим, короче. Так что так. Все, ребята, на этом мы будем заканчивать наш влог. Коля, он уже убирается, прибирается. Сейчас накормим песиков, собачков. Переоденемся. И до Стасиков. Кошки-забиячки. И кошек-забиячек тоже. Вот. С собой камеру брать не будем. Нечего там снимать, что я там по темноте буду снимать, как пацаны тягают на пятый этаж. На третий этаж этот. Шмотки. Не буду такое снимать. Тем более, я же говорю, что вчера снимала, в принципе, что они там самое тяжелое тянули. Я сняла, показала. Вот. А там будут пакеты. Такого интересного ничего не будет. Вот, в АТБ я тоже ничего не снимаю. Может, если приеду домой и что-нибудь кроме морковки купим, может быть, и покажу. Ну, хотя вряд ли кроме морковки купим что-нибудь. Потому что нам надо купить детальку на машинку, и мы сейчас чуть-чуть экономим. Так что такие пироги. Все, Николаша пошел заводиться, прогревать Мишу. А я пошла быстро кормить котов. Ёша, идем, сейчас будем кушать. И собачек. Все. Всем пока, мисс, пока-пока.